Кстати, об МВФ. На этой неделе в Киеве побывал Дэвид Липтон, первый замглавы фонда. У него получился такой весьма строгий визит напоминания. Мол, в МВФ внимательно наблюдают за Украиной и точно знают, что без денег фонда страна обойтись не сможет. Липтон встретился сразу со всеми ключевыми игроками в украинской политике. Успел переговорить и с первыми лицами государства, и с представителями гражданского общества, и с журналистами. И каждый получил, так сказать, по сигналу. В том числе и в контексте пенсионной реформы. Вот, например, сегодня на сайте «Экономическая правда» опубликовано интервью с Липтоном. Он особо подчеркивает, главные аспекты правительственного варианта пенсионной реформы согласованы с МВФ. Теперь весь вопрос, как будет продвигаться законотворческий процесс.